Какие открытки принято дарить на Новый год и Рождество? Дед Мороз или снеговики – самые популярные образы. Но на рубеже 19-20 веков фантазия художников была намного шире. Некоторые сюжеты даже откровенно шокируют. Галина Сладовник изучила старинные символы Рождества. Семья провозглашает тост, а по краям – сценки раздачи еды и одежды бедным. Это самая первая рождественская открытка, выпущенная в Лондоне в 1843 году. Традиция отправлять праздничные открытки родилась в Великобритании. А в царской России до 1892 года выпуск открыток был государственной монополией. Лига может гордиться тем, что первоновогодняя коммерчески выпущенная открытка как раз была выпущена в Риге, в фотоателье Карла Шульта в 1896 году. Почти каждая поздравительная открытка конца 19-го, начала 20 веков содержала образы, современному человеку не всегда понятные. Ребенок в ботинке, из старого рождается новое. Ласточка несет младенца, скоротечность жизни. Или, например, мертвая птица. В Великобритании и Ирландии существовала традиция 26 декабря, в день святого Стефана, убить крапивника и подвесить его тушку на шесте. Это символизировало уход старого года. Те, кто давал деньги на похороны птицы, получали перо, которое считалось сильным оберегом. Что касается свиньи, конечно, она прибыла к нам, к Германии. Это немецкий классический символ благополучия, богатства, зажиточного образа жизни. Много версий, откуда на рождественских открытках появился мухомор. Это его расцветка, красный цвет – цвет жизни, любви и радости, а белой – чистоты. Кроме этого, она напоминает наряд Санта-Клауса и Деда Мороза. В древности северные народы наделяли мухомор священной силой. Они верили в идею мирового дерева. Мухоморы же считались его плодами. А принести в дом счастье должны были лягушки. В нашем регионе она не прижилась. В нашем регионе прижились насекомые, прижился жук и божья коровка. Вот эти два насекомых прижили. И они связаны тоже с пожеланием счастья, потому что найти божью коровку с определенным количеством этих черных точечек, это тоже считается вот какое-то такое магическое счастье. Дизайн этих открыток придуман в Латвии. Черный фон, пожелания и букет. В 20-е годы прошлого века был очень развит и популярен язык цветов. Галина Сладовник, Мартинш Авац, Латвийское телевидение.